Внесены изменения в правила получения энергопроизводящими и энергопередающими организациями паспортов готовности к работе в осенне-зимний период. Представители госструктур, энергетики и предприниматели собрались за круглым столом для обсуждения и разъяснения нововведений. Также стороны обсудили экологические проблемы производства электричества. Теперь организациям, использующим возобновляемые источники энергии с установленной электрической мощностью до 35 мегаватт, паспорта готовности выдают территориальные уполномоченные подразделения. Прием документов от организации на получение паспорта готовности осуществляется ежегодно в период с 15 августа по 30 сентября включительно через веб-портал электронного правительства. Также с 1 августа начинают действовать комиссии услугополучателей по подготовке или созданию акта готовности энергопредприятий. Там были внесены следующие изменения, что теперь комиссия приглашает для объективности принятия решений комиссии, приглашаются сторонние наблюдатели. Наблюдателям относятся это неправительственная организация, общественное объединение.